наших. Заезд на порядку, ребят. Он чуть не спихнул ее, видел? В это обратно. Он пошел смотреть водила. Им подложить надо что-нибудь, наверное, какие-нибудь доски. Такая тема, вперед чуть-чуть, чтобы придавил. А, мужикам-то? Ну. Ну, вперед проехать точно. Сейчас КамАЗик тот, на, вперед. А, сейчас доски подложит. Заметил на травах дядьки, да, вот такие всякие работают? Большие, усатые, с опытом, с огромным. Без опыта делать не проблема. Так понятно, тут задом такой загонишь, без опыта. Тут были такие кадры, когда мы на центрозаводе доходили, ездили. Пиздец, зимой раз трал, просто переезжал вот эти зимние, это у нас когда была зимняя дорога, сел на пузо, низкий-низкий трал. Сутки простояли, ни назад, ни вперед, куда его? Его еще хитачи. Я добираюсь до города Ханты-Мансийск. Подложили досочки, мужики. Нагрузка на два батона последний, пиздец. Блять, манаш прыгает. Блять, завис нахуй на все. А, дальше еще маленько надо. Сколько он весит? Тон 30, да, наверное? Хитачи-то этот. Есть, наверное. Простой этот, как он, блядь? Как он? Кернекс 35, по-моему. Туда-сюда возит. Сейчас я как без передка буду забираться. Залечу, хули делать? Он нормально его присадил, смотри, как ровно стало. Так-то да, он низко выйдет до трава по его. А он еще вперед проедет. Низкий. Дядька помогает. Колеса маленькие. Поехали. Опа! Хуя нагрузка, пиздец, как он держит, блядь. Шо? Нормально. Сейчас их убирать надо, хули. Ну вот, ребята, на севере без опыта. Даже просто не суйтесь, народ смешить. Просто капитан психанет и хуй вы переплывете. Нахуя же было в таких случаях? Так кто-нибудь говорил, нахуй берите его, кстати, за руль. Так роняли, когда заезжали? Ну, вообще, когда заезжаешь, а капитан ждет, допустим, ты раза два-три, не можешь сдать назад. Его тоже понять можно, он пиздец, блядь. Тут все перебили, передолбили. Ну, маленько, видишь, не идет нихуя. Че, бурочки не умрут? Совки-то куда, тягача надо пустить? Давай, поехали. Потом совками забивать. Передумал. Загрузились. Сейчас будем путь. Нива войдет. Смотри, они на накопители, сколько щебня накопили, это пиздец. А, это у этих с паромов, да, наверное?
Отплываем, а тут прибывают. Это своя какая-то. У нас тоже же своя одна парелька есть, которая только наша возит. Ну, поплыли. Сейчас на разворот и передом пойдем. Все, он сейчас Ниву выгрузит и в стойло. Видишь, сразу поднимет. Чик-чик-чик-чик-чик. Они берут. Тут колымить можно этим. Ну да. А с кого ты тут поколымишь? Тут частников-то по пальцам сосчитать. Все, в основном организации. Водила же не будет со своих карман платить. Ну хотя я раз отсюда с той стороны уплывал вдоль полностью по речке уже на, как он называется, на монастырку. На монастырку. На монастырку я уплывал за деньги. Тоже от каких-то частников или от кого. Все равно чувствуется, да, вроде боржа, сидим в этой, чувствуется, что ее болтает по воде. Качает. Отплываем. Что, пару мил попизжу? Да, конечно, конечно, стой. Я покурю как раз, стой. Это что такое, людей возит? Да. Всех мест, что ли, там? Людовозка? Они же запрещают на автобусах вообще народ возить здесь. Спуск. Дорог уже второй. 60 километров буду ехать часа два. Кошмар. Ну, цивилизация, асфальт. Сейчас поеду затарюсь какими-нибудь салатиками вкусными. Подстригусь первым делом. И все. Может быть, сегодня постримлю. Не знаю. Настроение огонь. Вот плюсы приёбки. На севере дороги у нас новые. Обочинки какие. Шикарные. Здесь все грунтово благородно. Все травка будет расти. Охрененно. Пустите уже нас. Это пиздец. Третий светофор. На протяженности километра, полтора максимум. Ну нельзя их, блядь, как-то отрегулировать, чтобы зеленый пошел, блядь. А у тех тогда как будет? У них красный. Значит, там зеленый загорится. А у них как? Да, в общем, хотя бы в одну сторону, блядь. Чё ж так хуёво-то? Наш лес шикарный, пышный, северянский. Привет, шикарный лес. Хуй забудетесь, ребята, в нём. И хуй пройдёте, во-первых, по пояс в болоте. Едем дальше. 40 километров на протяжении 1 километра. Всё ещё стоим. Так, сказал, не сказал, я все-таки рассматривал город Ханты-Мансийск как для жизни. Посмотрел его с высоты птичьего полета, ну это видео имеется в виду. Посмотрел
инфраструктуру, будем говорить умными словами. Все-таки мы уже... Народу нас много смотрит. Ну все, в принципе, понравилось. Есть своя горнолыжка. Неплохая. Что у нас еще есть? Аэропорт есть, ЖД есть. Город чистый. Попробую я остаться в этом городе, пожить на пару лет ближайшие. Но в данный момент я еду просто отдохнуть. И ближе к ноябрю месяцу приеду уже, конкретно сниму квартиру и обосную здесь. То есть ехать мне 3-3,5 часа с работы до дома, допустим, могу ездить на выходные. Вот, выберу квартиру и Новый год уже отмечу, как говорится, дома. И обоснуюсь пока в городе Ханты-Мансийск. Нравится мне он. Сейчас я проведу по нему экскурсию, может быть, эти дни. Посмотрю. Вроде как красивый городок. Что у нас здесь еще есть? Замечательная рыбалка. Минимализм движения. Вот только вот эти вот ремонты накаляют иногда. Да и, в принципе, хороший городок. Очень много девчонок. Общительные. Короче, понравилось. Пока живу я в Ханты-Мансийске. Так что, кто будет интересоваться, где я обосновался, в Хантах, со знакомых. Вчера мы списались с Серегой Серебряковым. Серега, тебе привет огромный. Мы потерялись с тобой уже года, наверное, 4 мы с тобой не общались. Оказывается, ты занялся таким делом. Жму тебе руку. В друзьях есть он у меня. Ветеринар. Был в Тазовске. Лечил оленей, я так понимаю, либо брал какие-то пробы. Занимается таким нужным делом. Парень. Все в нем есть. Он и боксер, и певец, и все на свете. Охрененно. Серега, безумно жду встречи нашей с тобой. Надеюсь, мы с тобой когда-нибудь возьмем, поднимем по рюмочке и выпьем, вспомним былые времена. Тот там тронулся, а мы стоим дальше. Ну, все, поехали, наконец-то. Все, едем дальше в город Ханты-Мансийск. Я уже там был одну ночь, ночевал. Поехали. Ханты-Мансийск шикарный. Домики все новые. Продолжается у нас поездка по городу Ханты-Мансийск. Снял я квартиру, подстригся его, да. Теперь еду, вот у меня Ричпорт, сворачиваю на Ричпорт. Я, то есть, изучаю еще этот город, но город безумно красивый. Я сейчас с центра еду. Так, поворачиваю на Ричпорт. Обалденный город, чистый, даже вот бычок выкинуть с окошка стыдно. Здесь у нас пошла набережная, еду в сторону съемной квартиры, но я сейчас ее проеду в сторону ленты. Закуплюсь салатами, чем-то таким, картошечка, чем-то уже готовым, чтобы можно было разогреть и все. Квартиры в основном все заняты, потому что город тоже вахтовый считается. Множество вахтовиков, начальство прилетающего, улетающего, то есть квартиры посуточно здесь как горячие пирожки. Вот, это у нас... Пошла дорога, так скажем, объездная, но она не объездная, не на Нягань. На Нягань другая дорога идет. Там пойдет у нас набережная, красивая. Много народу катается на велосипедах, просто гуляют. Более такой город под спорт сделан. Снял я квартиру в районе горнолыжного курорта, безумно красиво. Народ вежливый, парикмахерша такая вежливая. Магазин уже в один заехал. Сейчас поеду ленту пошарюсь. И мне нужно, как вы заметили, на цепочку замочек сделать. Сломалась пружинка, цепочки нет. Она в кармане лежит у меня. Надо сделать замочек, найти ювелирку, ремонтную мастерскую. И уже потом посмотрим. Зайдем в интернет. Попробовать купить микрофон, потому что у меня на стриме плохой звук. В наушниках, если делать. Посмотрю микрофон маломальский. Установить я драйвера не смогу. Это объездная города. И прикольный городочек. Асфальт идеальный. Никаких кочек, выбоин. Губернатор Ханты-Мансийска. Респект тебе.
я туда еду, нет, интересно. Да вроде туда. Сейчас включимся. Впереди мостик, возвышенности по правой стороне. Горная местность, так скажем. А вот и пристань пойдет после мостика. Доставка пиццы какой-то, доставка суши. Номерок можно будет потом заскриншотить. Развязки после Сочи понятные, что в Сочи они непонятны. Рыбалка тут шикарная. Катерочки ходят. Шикарно. Сейчас приеду, переоденусь, у меня одежда вся, которая с юга, все в пакете сложено. Вот гуляет молодежь. Вот. Помог девчонкам сделать капот, у них на хундайке капот открылся. Помог сделать на ходу, ну благо, что не достало крыши. Лобовое под замену и сам капот. Выровнял капот, потому что он выпрямился в обратную сторону. Выровнял его, чтобы он двигатель не задевал воздухан. И скрепил им. У них получается крючок, который запасной. Видимо, не дозахлопнула девушка его. А крючок запасной уже от ржавчины туда-сюда не отходил. То есть, когда вы нажимаете, капот отщелкнули, потом еще запасной крючочек. Нажимаете и открываете. Вот он был разжат. Капот, видимо, был не защелкнут, он просто поднялся ветром. Ну ничего, вроде девчонкам все показал, но сразу предупредил, я говорю, вы на десятку попали минимум. Лобовое, капот, покраска и петли капота. Ну ничего, вроде девчонки, а то они там звонили чуть не в МЧС. Так что нормально. Сзади едут на синенькой машинке, но они маленько в шоке, перепугались, маме звонили. Все, удачи вам, девчонки, мы поехали дальше. То есть успел я даже в неволе руки подзаморать, ну ничего. Она едет сзади, я на светофоре, ну, в пробочке стоял, выбежал, сказал ей, подошел, говорю, добавляйтесь ВКонтакте, Николай Николаев, Ханты-Мансийск. Я говорю, первый день у вас, к вам, говорю, переезжаю. Она говорит, хорошо, спасибо огромное. То есть я парень холостой, могу себе позволить, так что я жду, ссылку могу кинуть. Лексус, она за Лексусом едет, вон она едет. Так, а где у меня-то жилье? Первый день, ты сам не заблудись хотя бы. Ох ты, просрал я магазин, надо будет развернуться. О, сейчас я здесь вот поверну. Вот она едет с мятым капотиком у нас. Обратите внимание. Вот она проехала. 113 номер. А мы пошли в продуктовый магазин. Вот и газ можно посмотреть. Лампочки, хуямпочки, на что-нибудь такое мелкое купить. Старался в красно-белом. Снял я, короче, в 9-этажном доме нового образца. Вот он синий-белый. Еду к нему. И домой. Залезу в ванну и ванной побалдею часа два. Давно в ванной не был. Просто поваляюсь. Домик такой, ничего, домик новенький, 6-й этаж. Ребята, красота, я уже в наушниках хожу по дому хозяинчу. Здесь частный, видимо, сектор какой-то, домики все аккуратненькие. Здесь вот горнолыжный курорт, подъемник видим. То есть город Ханты-Мансийск такой у нас аккуратный, ничего не застроено так сильно, домики все отдельно стоят. Там у нас получается речка. Райончик самый обалденный, по-моему. Спокойный. Это объездная дорога. Я люблю более такие спокойные места. Слушаем дальше музыку. Так, ну по квартире. Квартира такая простенькая. А плазмочка. Кровать. Сейчас я застелю. Я здесь на 2 суток. Wi-Fi. Толчок. Ванна. Сейчас я шорты одену. И кухонка такая. Средненькая. Я тут накупил продуктов.
Такая простая кухонка. Пойдет. Выбирал из того, что было. Отдохнуть чисто. Нет только журнального столика, плохо. Я бы здесь поставил ноутбук. И все. Буду на кухне сидеть. Хрен с ним. Ну, квартира еще не доделана, видно. Ну, бог с ним. Весной, дай бог, купим свою в Тюмени. Студию. Красивую сделаем по-своему. Все, всем спасибо за просмотр. Мы отдыхать.